Шеф-повар Максим Григорьев. Желудки индейки по-восточному. В кулинарии есть разные способы приготовления желудков. Это и тушение в различных соусах, и жарка, из них готовят котлетки и много чего еще. Я предлагаю приготовить одну из острых восточных закусок. Основная составляющая – желудки индейки. Они не очень распространены в кулинарном плане, как куриные, но это не значит, что из них мало что готовят. Время приготовления – 20 часов. Ингредиенты – основное. Индюшиные желудки 500 грамм. Кунжут белый 0,5 чайных ложек. Кунжут черный 0,5 чайных ложек. Лавровый лист 2 штуки. Лук зеленый 4 пера. Лук репчатый 2 штуки. Морковь 1 штука. Перец душистый 4 штуки. Ингредиенты для соуса. Индюшиные желудки 500 грамм. Кунжут белый 0,5 чайных ложек. Кунжут черный 0,5 чайных ложек. Лавровый лист 2 штуки. Лук зеленый 4 пера. Лук репчатый 2 штуки. Морковь 1 штука. Перец душистый 4 штуки. Для соуса. Масло подсолнечное рафинированное 1 мл. Перец черный молотый 1 щепотка. Соус табаско красный 1 грамма. Соус тайский рыбный 3 столовые ложки. Соус чили сладкий 1 столовая ложка. Уксус рисовый 3 столовые ложки. Шаг 1. Для самого блюда нам нужны индюшиные желудки со специями. Помоем их, срежем жир, пленки, зальем водой и сварим со специями и луковицей. Шаг 2. До мягкости желудки варить не стоит, их будет неудобно нарезать. Шаг 3. Нарежем индюшиные желудки соломкой. Шаг 4. Для соуса возьмем рыбный соус, рисовый уксус, сладкий чили соус, соус табаско, растительное масло, черный перец, чеснок. И подготовим морковь и лук. Почистим и нарежем лук полукольцами, а морковь на терке для корейских салатов. Шаг 5. Смешаем ингредиенты для соуса. Шаг 6. Смешаем индюшиные желудки, лук, морковь. Шаг 7. Добавим соус и перемешаем. Шаг 8. Зеленый лук нарежем длинными кусочками наискосок. Добавим к индюшиным желудкам. Посыпаем кунжутом, черным и белым для красоты. Можно дать настояться, а можно есть сразу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.